Я, как и наверняка большинство моих подписчиков, являюсь слушателем «Эхо Москвы», но в очередной раз очередной участник буквально разочаровывает меня до состояния, что я вынужден говорить об этом. На этот раз это Евгения Альбац, ну, одна из так называемых принципиальных оппозиционных журналистов, много лет занимающаяся оппозиционной деятельностью, человек, мне казалось, со здравым взглядом на многие вещи. И вот ее последнее интервью на «Эхе». Они рассуждают с Александром Плющевым о открытии моста. И за всю передачу, что меня поразило, не только ни разу не было сказано, что это отвратительное действие, наглое нарушение международных соглашений, в том числе прямая агрессия против украинского государства, так как Украина замучилась говорить, что это будет наносить серьезный ущерб проходу их украинских судов, незаконное использование этого морского коридора и прочее, ни разу. За 50 минут они сидели и мило разговаривали о том, что, ну да, конечно, вот на полгода открыли раньше, и она, Альбац, высказывала мнение, вспоминая свою советскую юность, вот, дескать, на полгода раньше страшновато как-то, а вдруг что-то не доделали, а вдруг переделывать придется. Вот так и хотелось ее спросить, вернее, так встряхнуть бы ее немножко морально и спросить: вы что, в Крым собрались на этом мосту ехать? Оказалось, что она ничего против Крымского моста не имеет, а наоборот, как заядлая автомобилистка, с удовольствием прокатилась бы по Крымскому мосту. Единственные вопросы, которые у нее возникают в отношении Крымского моста, это почему скорость там так ограничена? Но неужели нельзя дать возможность людям с ветерком, так сказать, в Крым? Просто любопытно, огромный мост, 19 километров, который соединил Тамань с Крымом. В этом смысле, ну, конечно, можно для людей в Крыму, которые зарабатывают на туризме, это шанс какие-то деньги зарабатывать. Потому что по прогнозу, значит, турпоток увеличится в 2,5 раза. Ну, дай им бог. Я думаю, что, может быть, когда пойдут какие-то деньги, и не будет такой острой борьбы за землю и собственность, в этом крымские власти, российские власти задумаются о судьбе крымских татар. И, может быть, они перестанут их сажать в тюрьмы. И, может быть, они подумают о том, что это и их земля в том числе. И что надо их перестать бесконечно давить, загонять в гетто и уничтожать. Просто денег тогда в Крыму будет немножко больше, и, может быть, не надо будет так уж отнимать все у крымских татар. Я-то думал, что вы скажете не в первую голову об экономике, а что-нибудь о символическом значении. Все-таки соединен полуостров, который одни говорят присоединен, другие аннексирован, оккупирован с материком. И теперь можно ездить туда-сюда. И в этом не только экономическое значение, мне кажется, как это чисто поиграться и все, больше ничего. Я не знаю, Саш, я бы тоже проехалась бы. По огромному мосту, который соединяет Тамань с Крымом, да, 19 километров. Не, ну это фан, я бы тоже проехалась. Я, правда, не представляю себе, как вести КамАЗ, но я думаю, что это любопытно. Я уточню, вы проехались бы, посетив при этом Крым в его нынешнем статусе? Вы меня все время пытаетесь затолкать в угол. Нет, это моя работа, Евгений Марков. Я понимаю, в Крым в нынешнем статусе я не поеду. Нет, это правда. Хотя по мосту хотелось бы. В Крым в нынешнем статусе я не поеду. Нет, это правда. Хотя по мосту хотелось бы. Меня это ужасно разозлило. Вы люди, имеющие выход на многотысячную аудиторию. Вы, у которых не должен закрываться рот по поводу того, что аннексия Крыма – это преступление. И все остальные вещи, связанные с Крымом, в том числе строительство этого моста, это преступление. Но они не пользуются ни своей трибуной, ни отведенным им временем. Они рассуждают о том, с какой радостью они бы туда поехали. Например, Гитлер когда-то построил концентрационные лагеря. Если вы знаете, туда шла хорошая железная дорога. И вот представьте себе, что во время Второй мировой войны Альбац рассуждала бы так.
Да, концентрационный лагерь и уничтожение евреев – это очень плохо. Но вот прокатиться по новой железной дороге, да до самых дверей Освенцима, ах, почему бы и нет, с ветерком, знаете ли. Это отвратительно, то, что они делают. Отвратительно, что они пытаются своих слушателей привести к мысли, что Крымский мост – это нормально. По Крымскому мосту пойдет военная техника. Все эти действия незаконны. Во время своего выступления она коротко говорит о том, что, ну, дескать, прижимают там татар. Ну, может быть, вот теперь станет жизнь богаче, и даже крымских татар перестанут прижимать. Послушайте, госпожа Альбац, вы хоть когда-нибудь вникали в тему крымских татар, что там происходит? Массовые репрессии. Самое большое число политзаключенных сейчас в России составляют крымские татары. Обратитесь за этой информацией к Айдеру Муждабаеву, он вам расскажет, как сейчас клеют очередное провокативное дело против крымских татар. На территории всего Крыма, по сегодняшним данным, украинский язык изучает всего 318 детей, то есть 0,2% от всех обучающихся. Возможно ли это? В результате грубой фальсификации ввели такое понятие, как татарский язык. Тупо объявили 47 тысяч крымских татар обычными носителями татарского языка. Российские татары и крымские татары – это близкие, но разные народы. Международный суд Организации Объединенных Наций еще в 2017 году потребовал от России обеспечить право на образование для украинцев в Крыму. Затем, через 6 месяцев, они повторили свое требование в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Оба этих заявления были полностью проигнорированы Россией, не говоря уже о том, что там происходит постоянный отъем собственности. Крым населяют выехавшие из России, забирающие наглым образом собственность у крымских татар. И обо всем этом один из ведущих оппозиционных журналистов в России даже не пытается говорить. Она рассуждает о том, почему Путин поехал на КамАЗе. Оказывается, потому что он мальчик. А мальчики любят такие, знаете ли, игрушечки. Не видел, он возглавил колонну из грузовиков, КамАЗов, и сидел за рулем, а рядом сидел начальник строительства, если мне не изменяет память, и рабочий. Ну, и они проехали какое-то время. Там многие просто обсуждают это, как обычно, необычное. То Путин, значит, самолеты гасит пожары, то вот проехал за рулем КамАЗа, то еще что-то в этом духе. Просто... Мне казалось, что... Ну, знаете, мальчики, они же любят игрушки, автомобильчики. Она очень сильно надеется, что кошельки крымчан станут толще, и в связи с этим они перестанут уничтожать татарский народ. Так и хотелось все время спросить, да что вы такое, Евгения Марковна, несете? Ну, интересно, по нему вроде не разрешат гонять 90 км в час только сам. Ну, нет, правда. Ну вот я ездила там, я ездила по Новой Риге, чудесная трасса, и... Просто одно удовольствие, летишь на все штрафы, какие возможны. Ну, просто удовольствие ехать, и я не пойму, зачем нужны эти ограничения по скорости. Мне кажется, они там не нужны. Я не зря упомянул, что нельзя будет гонять по Крымскому мосту. Знал, что Евгений Марков втопит. По огромному мосту, который соединяет Тамань с Крымом, да, 19 километров. Не, ну это фан, я бы тоже проехалась. Я, правда, не представляю себе, как вести КамАЗ, но я думаю, что это любопытно.